Киев готов предоставить Вашингтону список целей большой дальности в России, которые могут быть поражены американским дальнобойным оружием, пишет Politico. По словам трех источников, знакомых с ситуацией, на этой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров и старший советник президента Андрей Ермак предпримут последнюю попытку убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского дальнобойного оружия. Украинские чиновники передадут администрации президента Джо Байдена детальный список целей для возможного удара. По словам источников издания, украинские власти уже несколько раз просили администрацию Байдена снять ограничения на использование американских ракет для более эффективного наступления внутри России. В Вашингтоне полагают, что снятие ограничений может спровоцировать Москву на более агрессивные действия в Украине. По данным издания, некоторые украинские официальные лица утверждают, что администрация Байдена рассматривает возможность снять ограничения в ближайшее время. 25 августа The Guardian со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Украина хочет получить от Великобритании разрешение на использование ракет большой дальности Storm Shadow для ударов по Москве и Санкт-Петербургу, так как это может заставить Кремль пойти на переговоры о прекращении боевых действий. Кроме того, как сообщает Associated Press со ссылкой на украинских официальных лиц, Киев будет наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами собственного производства «Поленица». Для обстрела российской территории этим оружием Киеву не нужно разрешение Запада. Украина готовит свои ответы – оружие собственного производства, сказал министр обороны Украины Рустем Умеров. 24 августа президент Владимир Зеленский сообщил об успешном запуске новой дальнобойной ракеты дрона «Поленица». На следующий день в соцсети X он опубликовал видео, на котором было показано, как выглядит ракета. Из опубликованного Зеленским видео следует, что дальность использования «Поленицы» составляет до 700 километров. В ролике была показана карта с различными российскими аэродромами, находящимися в зоне поражения ракеты, включая авиабазу «Савослейка» в Нижегородской области. В настоящий момент с помощью «Поленицы» ВСУ могут нанести удар как минимум по 20 российским аэродромам.